Всем привет, дорогие друзья, всем любителям моего канала и Испании. Продолжаем, скажем так, вести наш блог. И сегодня будет влог у меня, я надеюсь, что довольно интересный и необычный. Значит, почему? Потому что сегодня необычный день. Я вот держу, видите, такой буклетик. Я думаю, что многие уже знают, в каком я городе нахожусь. Этот город называется Королевский. И сегодня необычный день, сегодня испанцы... Я не знаю, как в других городах, но в нашем городе празднуют так называемую «La Noche Blanca». То есть это в переводе означает «белая ночь». Что же это такое? Это своеобразный фестиваль. То есть сегодня будет очень много разных мероприятий, выступлений артистов, театральных, музыкальных исполнителей, а также бесплатный вход дают музеи. Я не знаю, удастся ли мне попасть сегодня в какой-то музей. Их есть несколько в нашем городе, но там места ограничены, поэтому не знаю, попаду ли я. Но сегодня можно попасть. И вот смотрите, как этот город, меня что удивляет, подготовился к данному мероприятию. Вчера в любом магазине, куда я бы не зашла, лежали вот такие буклеты, распечатанные, видите, на какой хорошей бумаге. Вот, и открываешь расписание мероприятий всего лишь на один день, на сегодня. Здесь расписание мероприятий, а внутри, ребята, это магазины, которые дают скидки. Сегодня у них еще день примечателен тем, что это что-то похоже на Черную пятницу. Но, как вы знаете, Черная пятница обычно у нас когда? Осенью. А у них еще одна из Черная пятница, летняя, так называемая. Сегодня многие магазины, такие как Zara, H&M, ну вот Zara точно работает, допустим, до 12 ночи. H&M дает скидку 20% после, до 6 вечера. То есть магазины работают долго, будут работать и ночью, и дают скидки. Я уже видела, уже на этой неделе магазины начали анонсировать, висели объявления, что Черная пятница. Я не могла понять, к чему это, какая Черная пятница летом. А оказывается, что это уже магазины готовили предложение акционное на вот эту La Noche Blanca, которая сегодня. Поэтому нам сказали, что сегодня выгодно шопиться, если что-то нужно, можно найти выгодно. Вообще интересный день, много локаций, почти на центральных площади, вот, которые есть на всех, установлены какие-то сцены и что-то происходит, какие-то мероприятия. Мы сейчас зашли сделать фотографии в фотостудию. Вот ожидаем. Хотела вам показать немножечко. Очень красивая фотостудия. Нас быстренько сфотографировали на пластиковую карточку для подачи на документы на вид на жительство в Испании. Вот, кстати, есть прайс у них. Какие здесь красивые альбомы они делают. А мы зашли, ребята, в один спортивный магазин. И здесь еще анонсированы тоже сегодня скидки, так как Черная пятница. Вот такие купальники Соня сейчас померяем. Вот, допустим, такой, смотрите, 9,90 стоит евро. Такой тоже где-то 13, да, вот это 10. С Микки Маусом раздельный. Сейчас мы померяем, посмотрим. Вот такой вот купальник за 13,50 в итоге мы выбрали. Симпатично выглядит, не знаю, какая-то фирма, но он и не давит нигде. Тут такие шлеечки, потому что остальные мерили, они как-то давят. Вот этот вот понравился, поэтому выбрали его, а не с Микки Маусами. Ребята, хотела вам снять сейчас в книжном магазине испанском. Конечно, жалко, что мы не понимаем... Настолько язык. Тут очень красиво. Это все в детском отделе. Хотела вам показать. Какие тут
красивые книги вообще. Вот для деток вообще. Тут, конечно, красота. Посмотрите. Тут и обучающие разные. Это совсем для малышей. Тоже вот про динозавров. Ой, какая про динозавров красивая книга. Очень классная тоже. Тут открывается. А, вот так она открывается, смотрите. А, вот. Вау. Ох, прям какое кровавое все. В общем, для деток, конечно, очень красивые книжки здесь. Игры. Смотрите, ребята, я тут иду, и здесь в историческом отделе. Что я вижу? Какая книжка? Зеленский. Ой, это две я взяла. Вот такая она. Для Эль Президенте Ке Десафио Путин и Унио Аль Мундо. В общем, прочитала по-корявому, но герой. Он герой, да, герой. Вот так вот про Зеленского. Видите, лежат книжки прямо на самом видном месте. Интересно, конечно. И вот еще герой и антигерой, как говорится, да? Путин. Ого, какая книжка, смотрите, огромная. Вот. Катрин Белтон. Корреспондент. Вот так вот, ребята. Хотела показать вам еще вот такие прям очень крутые книжки. Здесь сказки. Как они оформлены? Посмотрите, какая. Какие здесь иллюстрации. Здесь просто вот. Смотрите, какая красота. Вот. Книжки просто захватывают дух. А смотрите, Маугли какая красивая. Я не знаю, вам это интересно или нет, но здесь очень красивые книжки, невозможно их полистать. Посмотрите, какие картинки, боже, иллюстрации. Ты не понимаешь этот язык, но какая разница, правда? Если ты берешь эту книжку в руки, все, и ты в восторге. Просто в восторге от этого ощущения. Вот так вот выглядит этот магазин. Он называется Сепендипия. Очень огромный, книжный. Очень красивые книги. Но, к сожалению, читать не умеем. Но впечатление очень хорошее оставил этот магазин. Ребята, вот такой вот красивый здесь магазин. Цветочный. Не могу пройти мимо. Не могу. Тут все настоящие, натуральные цветы. Вот по 2,50. Это даже мята есть. И там внутри, там как ботанический сад. Там столько роз, но я вижу, что там и не натуральные цветы. И натуральные, и не натуральные букетики, композиции. Очень красивый здесь запах, конечно, но не для меня запах. Друзья мои, день скидок в разгаре. Посмотрите, сколько людей. Все хотят пошопиться сегодня. В магазинах очереди, и уже вот идет какой-то концерт. Сейчас я поближе подойду и вам сниму. Нет, это еще не концерт, они настраивают только, как я поняла, инструменты. О, людей, конечно, уже полная площадь собралась. Или нет, уже играют. Стульчики поставили. Здесь будет цирковое выступление. Вот поставили снаряжение, как я поняла.
Так, друзья, мы сейчас выходим на другую площадь, а здесь другая сцена и другой концерт совершенно. Находятся они недалеко друг от друга. Сейчас посмотрим, кто здесь выступает. Сейчас посмотрим, кто здесь выступает. Gathering their masses, just like witches and black masses. Evil men to plot destruction. Sorcerer of death construction.